Городская администрация начинает готовить Нижний Новгород к весне. Весна – это время благоустройства. Сегодня мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел объезд верхней части города. Отсматривал фасады, а также дороги. На фасадах, которые были готовы к 800-летию, например, вот этот, нам нужно оперативно, в постоянном режиме мониторить появляющиеся надписи вот эти вот у фасадов. Все необходимые материалы должны быть. Подбирать нормальный колер, цвет и эти надписи закрашивать, ну, чтобы, естественно, не было видно, что это по-новому закрашенная часть. Владимир Владимирович, принято, мы составим реестр прямо по зданию, когда с конкретными сроками и ответственными лицами. Да, ну, посмотрите, прям злости не хватает. Действительно, он дали. Безобразие. Еще недели, и пыль здесь столбом будет стоять, нужно срочно выводить ручников, чтобы они в ручном, дорожно-рабочие в ручном режиме убирали это, и по погоде подметали на уборочную технику. Плюс убирали, в том числе, мусор, который после зимы, но вот это вот на тротуаре не делал, после зимы осталось, что-то срубили, валяется. Все это тоже нужно приводить в кратчайшие сроки, не ждать месячных, как обычно, по благоустройству. Дал поручение главам районам, руководителям дорожных предприятий смотреть за состоянием улично-дорожной сети, там остатки противогололедных материалов, песка, там, где меньше применялся реагент. Прибордюрку нужно убирать, так же, как и площади озеленения. Особое внимание нужно уделять дорожным знаком, опорам освещения. Это тоже влияет на внешний облик города и настроение горожан. Большая проблема – вандализм. Очень много надписей появляется на сделанных фасадах, что, конечно, расстраивает. По некоторым зданиям плохо пережили зиму цоколь в основном, да, там отвалена штукатурка. Ну, видно, что есть повреждения. Вот над этим тоже нужно работать.